А по элементам очень высокий. Не поверите, такой же высокий, как у Мао Асада. Вот так-то. Последняя участница в коротких прокатах у девушек — это Мира Льюнг, канадка. Тренер Джоан Маклеод выступает здесь впервые. В этом году третий раз подряд заняла второе место на чемпионате Канады. Ну и вот такой редкий случай, когда спортсменка заканчивает свою программу дорожкой спиралей. Бывает и такое. Что-то канадские спортсмены у нас все находятся в поиске чего-либо. Джеффри Баттл вчера вместо своей новой программы этого сезона стал кататься под старую программу предыдущего сезона. Мира Льюнг тоже посреди сезона поменяла свою тему на более серьезную. Луци двойной Ридбергер прыгает в каскаде. Затем флип. Все сделано очень чистенько. Кроме, конечно, вот этого. Аксель как будто для нее был сюрпризом. Хотя не должен был быть, по идее.
канадка Мира Льюнг. Которая в 2005 году решила уйти из фигурного катания, вернулась в него не знаю, кто ее уговорил. Но если ты умеешь делать что-то, что могут делать не хуже где-то человек 10-15 в мире, то, по-моему, стоит продолжать. 30 баллов ей дают за ее элементы. Вот если бы она еще прыгнула аксель, чисто было бы совсем хорошо. Компоненты очень невысоко ей оценили. 22.46. Это столько же, сколько у Синтии Фанов. И она занимает 7-е место. Общая сумма 53 балла.